Всем привет! Как чайки орут. В общем, иду. Посмотрим, заведется моя машинка, не заведется. Аккумулятор вчера ей новый поставили. Вот. Так что, не знаю. Может, в аккумуляторе было дело или не в аккумуляторе. Сейчас с вами все увидим. Чарли, Ринга, Ванна. Мне еще надо батарейку в ключах поменять. Потому что этот пульт не работает. Ну, этот пульт, который открывает машину. Чарли, сувы. Пойдем. Посмотрим, в чем было дело. Ну что, друзья, помолимся. Так, ты что такое у меня? Уже что-то отвалилось, что ли, или что? Так, ну-ка, ну давай, красавица. Все-таки был аккумулятор. Блин, они мне время все там. А ну правильно, аккумулятор же вылазит. Нужно настраивать табло вот это. Там, видите, все неправильно. А надо мужу позвонить, сказать, что завелась. А то он ждет. Ему надо уехать, говорит. Ладно, будем звонить. Вы знаете, теперь хоть кондер можно включить. А то мы вчера ехали, туда ехали, в Малагу. Ни кондиционера не включали, ничего, ну, чтобы батарея подзарядилась. Вот, но обратно уже была такая жара, что мы уже говорим, давай включим кондер, потому что все равно батарею уже надо, сейчас будем менять. Даже если она заглохнет, то все равно ее уже на выброс. Так что, аллилуйя, цена вопроса была. Батарея у нас стоила 85 евро. Просто новая батарея. Аккумулятор. Батарея это по-испански. Аккумулятор. А установили ее сами. Так что вот так еду на работку. Смотрите, какое у нас море. Вообще классно. Надвигается, правда, туман. Это море холодное. А жара у нас стоит уже вот... Я из дома выезжала, было 29 градусов. 10 еще не было. Водок что-то сломался. Смотрите, видите, как туман надвигается? Интересно. Поэтому, наверное, сегодня море будет все в тумане. Такое часто бывает у нас летом. Вообще у нас это передают предупреждение. Как это? Апельсиновое, что ли? Оранжевое. Смотрите, видите, там туман. А жара. Жара, жара, жареное солнце. Да, в Гранаде там 40 с лишним градусов. Вот в таких вот чуть подальше города от моря. И все, там капец. Там вот чем мне Гранада не нравится, там зимой просто дубак. Снег даже идет иногда. А летом там такая жара, невозможно находиться. Поэтому мой любимый город вот по всей Испании. Я много раз ездила, где... Раньше мы везде ездили. И Малага – это мой самый любимый город. Мне он кажется самым красивым. Вот. И вот там не так жарко. Вот. Ну, где везде 40-50 градусов, у нас, допустим, 30. Это большая разница. И у моря вообще зашибись. Ну, жить в Малаге я бы не захотела. Потому что это очень большой город. И мне для житья, мне вот где мы живем, больше нравится, чем, например, Малага. Потому что там очень много народа. Постусить так, знаете, погулять, да. А вот так, чтобы жить, да ну нафиг, на пляж не прорвешься. Нет, я большие города для... Тем более с машиной сейчас вообще нет никаких проблем. Давай. Куда хочешь, туда и поедешь. Через час, через полчаса ты уже там, где ты хочешь. Хочу вам сегодняшний лук показать. И, наконец, вот эту маечку, про которую все многие спрашивают. Это у меня маечка. Вот с такими классными, красивыми рукавами. Смотрите, какие они шикарные. Я когда проходила мимо магазина, это обычно какой-то, типа, знаете, даже китайского магазина, и увидела эту футболку. Майка, футболка, как хотите, так и назовите. Вот, и просто прям зашла и говорю, я с Чарли гуляла, говорю, дайте мне ее, она что-то стоила 11 евро всего, представляете? Ну вот из-за того, я вообще люблю всякие рюшечки, валанчики,
И мне кажется, очень классно. И вот эти шортики тоже, они очень здоровские, потому что они хбшные, легкие очень. И тоже они такие, вот у них рюшечка вот тут, видите? И высокая посадка с карманами. На карманах тоже вот такие рюшечки. Покупала их в моем нелюбимом Корт Инглесе. Года 2 назад или, может быть, 3. Но я в прошлом году их не носила, потому что я забыла их достать. И вообще про них забыла. Ну, я еще в прошлом году поправилась немного, поэтому я их не надевала. А в этом году самое то. Смотрите, какие классные. Так что вот такой у меня сегодня лук с помидорами. Так, иду переодеваться и работать. Заехала в Алькампо, купила немного, сейчас покажу, что. Во-первых, я на сегодня хотела очень сильно цветную капусту с брокколи. Прям вот просто отварить, сейчас покажу, как все это будет делать. И что-то, знаете, цветная капуста огромная, брокколи тоже огромный. Говорю, все это куплю, и потом раз съем, и остальной раз выброшу. Потому что испортится, и вот решила взять заморозку. А там еще есть заморозка, брокколи, цветная капуста и морковка. Ну, если все это вместе возьмешь, там окажется одна морковка. Нафиг она мне нужна? Не нужна. Делала два баклажанчика. Буду опять делать фаршированные. И для него вот такой вот сыр взяла. Блин, Альмета что-то нет, не продают. Не знаю почему. Надеюсь, это такой вот сыр. А то знаете, как Филадельфия бывает, но он мне такой не нравится. Мне творожный нравится, вот. Моздыке суп. Мы посмотрим. Перец вот такой всегда беру. Светофор. Колбасу мы особо колбасой, как вы могли бы заметить, не балуемся. И мне кажется, из самых вредных колбас, вернее, вот это самая невредная колбаса. Мне так кажется. Без сои, без всего. Там вот именно вот что мясо. Взяла крылышки сделать. Крылышки. Ты мне крылышки приставил. Да что там за... У меня напоминание какое-то звонит. А что делать, я не поняла. Какую-то махаму купить. Какую-то махаму купить. Махама — это сушеная рыба. Вот это вот тунец. Кому купить, зачем купить, не понимаю. Но даже если бы надо ее и купить, то не купила. Странно. Так, крылышки. Крылышки буду делать, как и все. Очень вкусно. Боже, друзья, вот эту вот штуку искала везде. Искала я ее, искала. Панна-котта. Это как чизкейк, знаете, напоминает. Вообще обалденный. Я его ела, правда, раз в жизни. 100 лет назад. И вот эти все 100 лет я его искала. И не могла найти. Все магазины обошла. Оказывается, вот в Алькампо фирмы Рейна. Очень вкусный. С малинкой. Маленький. Такие вечеринки. Блин, у меня на каждое слово есть песня. Вы могли бы уже обратить внимание. Так, на чем я там остановилась, уже не помню. В общем, стевию купила. Вот такую вот в таблетках. Не часто ее пью, потому что это не чистая стевия. Сахар. Вот такой вот сыр. Сыр для... В общем, типа Филадельфии. Это и сливки 35%. Это я буду делать... Чизкейк. Помните, я как-то делала, буду снимать вам рецепт, он обалденно вкусный. Ну и сметану взяла, естественно. Почему естественно? Не знаю, почему естественно. Взяла, да и все. Вот.
Тут у меня уже пожарился чесночок. Хочу посмотреть, тот ли это сыр, о котором я думаю. Это чтобы завтра у меня там котлетки разогрелись. Да, это вот как это, альметы. Ой, еще такой соленый. О, как альмета. Только альмета стоит рубль. А, тут, наверное, просто побольше тоже. Вот. Такие дела. Вот такие дела. Черешни не было. Завтра за черешней поеду и за арбузом. Потому что это арбуз и черешня мне нравятся из Меркадоны. Нет, была, конечно, черешня, как не было. Была. Но мне из Меркадоны нравится. Она вкуснее, мне кажется, чуть. Колбаску-то я сейчас, можно ее понемножку попробовать. Ой, я же хотела еще и кабачок. Забыла про кабачок. Так, все убрали. Сейчас сварится и буду лопать. У меня на сегодня есть из фруктов манго. И пару сморщенных этих парагваю. Поэтому арбуз есть. В общем, из фруктов есть еда. Черешники, конечно. А, я еще сырок на десерт достала. Обожаю сырки. Я вообще все, что сыр, не очень люблю. Но вот все творожное прям просто обожаю. Обожаю я тебя. Обожаю. Рецепт вот такой у меня сегодня. На оливковом масле обжарила чесночок. И сейчас сюда бухну калифлор, цветную капусту и брокколи. Немного обжарю, прям совсем немного. И все, и готово. Можно даже просто сверху полить. Вот так, и все. И уже можно сказать готово. И у меня там еще котлеты остались. А я, по-моему, говорила, да? Ну, вот так вот. Такая вот еда у меня сегодня. Хочу сейчас на завтра замариновать крылышки. Вот. Чарли, что ты там делаешь? Вода у тебя есть. Не ври. Остричный соус. Для маринада вообще классно подходит. Соевый соус. Горчицу добавлю немного. Приправы разные тут у меня и сухой чеснок. Сначала вот здесь вот намешаю всю эту смесь ядерную, а потом уже добавлю крылышки. И вот так их мнем в ядерной смеси. Я, по-моему, уже снимала, как я это делаю. Крылышки вообще получаются обалденные. Но главное их замариновать. Вот, и чем дольше, тем лучше. В общем, у меня они будут стоять до завтрашнего дня. И кабачок обжарю просто на чуть-чуть оливковом масле. И будет вкусно у меня. Крылышки вот эти вот желтые купила. Они мне привлекли вниманием. Они, смотрите, какие, видите, они, во-первых, резаные. И у них нету вот этих вот острых концов. Вот, то есть вот эта вот часть самая вкусная. Я, кстати, люблю вот эти больше всего. Вот это я не очень люблю. Всегда мужу отдаю. А вот это вот мне обожаю. Так что вот так вот мнем. И все. Чарли уже весь измаялся. Ему хочется идти на улицу. Вообще, я, вы знаете, сегодня тормознула. В том плане, что я думала, что мне сегодня нужно идти к бухгалтеру, нести ему бумаги, вот, чтобы он мне там приготовил на налоги. И поэтому, говорю, не поеду никуда, ни на пляж, никуда, потому что пойду бумаги ему относить. И погода такая еще, знаете, вот как-то пасмурно, не пасмурно, а что он там делает? А туманно. Вот. А потом я понимаю, что сегодня всего лишь 29 число. И что документы мне нужно нести завтра. А я уже напланировала там для полоски, ополаскиватель для белья купить, бритву мужу. А что ты тут наделал опять, Чарли? Ну, в общем, короче, день я про... Это что тут такое ты наделал?
Вот он у меня уже мается, мается, кофе попила. Чашку кофе. Кружку вообще обожаю. В Дина скупила. Такая классная. Я раньше с подозрением смотрела на всякие вот эти кружки. А это вообще прям, я ясно от нее балдею. Бамбуковая. Бамбуковая. В общем, вот так. Завтра пойду к бухгалтеру. Прогульнусь. И такие дела. А сейчас пойду с Чарли в горы. Ну, потому что сейчас еще 8 часов. Все равно жарко. Вот смотрите, от этого пледа, вы знаете, вот такие какие-то катышки получаются. Вот я их обдираю, обдираю, все равно сейчас пылесосить буду. И какие-то вот катушки получаются, не знаю. И зацепки. Ну ладно. Лето потерпит. Да вот он, вон. Все и зацепки, и все на свете делает. Вот он, вот он, вот он. Скучно ему уже. Скучно ему уже. Гулять ему хочется. Вот так вот. Уже и на меня 2 раза залез целоваться. И непонятно, что ему надо. Но я вся хожу, потею. Ладно. Пылесос в зубы. И не могу для Чучи найти ничего, в чем бы он мог искупаться. Не знаю, может его вот так вот из этого побрызгать. А? Чтобы он немного освежился. Понравится ему, интересно. Как вы думаете, можно так птиц сделать? Типа дождик. Типа дождик, а он не успел спрятаться. Чуть тебе понравилось? Но он вроде, в принципе, не против. Да, классно. Ладно, пылесос беру в зубы. И вперед из песни. Пропылесосила, а потом думаю, надо полы протереть. О, побежал, побежал. Хотела вот, кстати, задать вопрос. Как часто вы полы моете? Я вот где-то раз в 2-3 дня летом, а зимой могу и раз в неделю. Вот. Но пылесошу каждый день, потому что вот это вот лохматое животное у меня линяет. Ой, каждый день, каждый божий день, и от него столько шерсти. Поэтому, ну, пылесосить тут 5 минут. А вот полы мыть, да, вот раз в 2-3 дня. А зимой... Сейчас потому что еще хожу разутая, без обуви, без тапок. И все это тащится везде. Все открыто, хотя у нас здесь не особо машин было. Было и есть. Поэтому не так много пыли. Но все равно пылюка идет. Видите, вот он не знает, чем ему заняться. Но еще очень жарко, поэтому ну хотя бы до 8:30 сейчас досижу. И пойдем гулять. Тут я вся буду мокрая. Вот так. Пропылесосила вот это вот. Тоже всю пыль пропылесосила. В общем, не знает, куда он с этой игрушкой деться ему. Он может, знаете, с этой поиграть. Потом взять другую. Вот у него там. Другой поиграться. Тут там. Вот дома может один играть. На улице нет. На улице надо с ним ходить. Я сяду, и он сядет. А дома он сам, он играется, да? Сам играешься? Молодец, мой мальчик. Ладно, подожду еще 20 минут и пойдем на прогулку. В горы пойду. А я уже сказала, да? Вчера в Фейсбуке увидела, что вот эту зону, это цыганский район. Я тут снимала как-то вам, что здесь был кобздец. Мы, в принципе, и начали здесь, в общем, убирать. Ну да, видно, что тут вот убирали. Вот, но знаете, все говорят, типа, надолго ли? Потому что, ну, цыгане, они все выбрасывают прямо из окна, вот там они наверху живут. И вот сюда все выбрасывают. Трындец. Вот свиньи, как так можно? Сами здесь живут, а потом вот такой свинарник устраивают. У себя же под окнами, вообще жесть. Вот еще не убрали, видите? Тут, конечно, было, конечно, кошмар, сколько всего. Еще убирать и убирать. И, если, конечно, они успеют. Пока, видите, вот там все. Пока они убирают, тут все накидывают и накидывают. Кошмар.
хорошо освежилась после того, как это ходишь вся потная. Принять душ — это какая-то чудодейственная влага. А вот арбузик сейчас поем. Ужин у меня такой будет. Арбузик. И все. Ну, пока я буду лопать, помонтирую видосик и с вами попрощаюсь до завтра. Увидимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.